Это вы на канале Бро. Это часы. Посмотрите, где мы? Мы в столице Рифи, город Эйрво. Рифи – это знаменитейшая страна, по крайней мере, новая, в которой мы сегодня путешествуем. И решит это все монетка... От орел и решки. Ты с кем будешь? Ну, орел или решку? Ну ладно, я орел. Я решка. Давай я все это решу. Решка. Я бедничок. Забирай свой рюкзачок. Ну, держи. Так, это мои 100 ривов. А это тебе целая стопка денег. Ха-ха-ха. А рюкзак на мне. Дорогие подписчики, у нас нет золотой карты, как у Орел и Решки. У нас есть рифийские деньги. Точнее, наличка. Чтобы добраться в центр города, мне нужно ехать на автобусе. А проезд стоит 2 ривля, а у меня 100. Ну что, ребята, а мне на чем поехать? Либо на гелике, либо на BMW i8. Уже доезжаю, я уже в автобусе. Ребята, я выбрала Lexus. Офигеть, здесь кожаный салон. Этот автомобиль в аренду мне обошелся 900 рифов. Вот, посмотрите, какой кожаный салон. Опа-на, красота, вы не представляете, как круто. Ща газану! Ребята, короче, я уже нашел самый дешевый ближайший отель, который стоит 50 рифов. Where's my bag? I don't know. И вот мы в знаменитейшем ресторане Эйрво, в котором готовятся самые разные супы, которые вы не найдете нигде. Он славится тем, что он очень полезен. В его составе содержится фрикаделька, кабачок, вермишель, катушка и смачный бульончик. Он очень вкусный, хотя я его даже не пробовала, но на вид он уже аппетитный. Ребята, а вы знаете, что в Рифе запрещается айфон? Я не знаю, почему его запретили. Ну ладно. Вот сам Кси. Его можно использовать в Рифе, как и Samsung, и Xiaomi, и такие разные фирмы телефонов. Ребята, я очень сильно проголодался. Смотрим, какую еду дают в отеле. И, кстати, она включена в стоимость отеля. Я готов! Принесите еду! Попал. Ну, хоть дали еду. Ребята, ну я в самом дорогом отеле Эйрво, стоимость которого составляет 10 тысяч ривов в день. Это очень много в рублях. Это примерно 350 тысяч рублей в день. У-ху! Ребята, так как я проголодалась, у меня пришло время обеда. Пойдемте посмотрим, что мне приготовили. Да это что? Здесь нормального обеда нет, кроме самсы. Это просто... Вэйхон. Смотрите, что мне принесли! Это просто утонуть в сладостях. Я понимаю, бывает еще больше сладостей, но... Вы же понимаете, на обед только одни сладости, кроме самсы. Идемте пробовать. Посмотрите на эти цветы! Герань! Пахнет. И вот тут еще одна герань. К сожалению, наш ролик подошел к концу. Ну а вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И приезжайте в Рифию! Да, я вам хотела сказать то, что просто так проехать вы в Рифию не сможете, потому что, во-первых, это новая страна, во-вторых, она находится в союзе Киевстан, второе название Маратас. Или Киев. Если вы под этим роликом наберете 300 тысяч лайков, то мы попутешествуем в другой стране. Всем пока-пока!